Ротари-клуб «Сочи» – объединение деловых людей города, цель которого – организация совместных проектов, направленных как на благо самих участников клуба, так и всех горожан. Многие сочинцы знают про клуб благодаря проекту по организации спортивной ротари-площадки в городском парке на Макаренко и другим социальным проектам. Крайне важно повышение компетенции для любого, кому не безразличен свой собственный бизнес. Соответственно, если есть возможность, а она есть, благодаря тому, что Ротари организует мероприятия, благодаря тому, что компания «Аппарель» организует мероприятия, приходите и учитесь. Не только руководителям нужно учиться руководить, потому что принципы руководства, принципы управления, они работают и в повседневной жизни. Владимир Зима в своем выступлении коснулся целого ряда важных для сочинского бизнеса тем. Необходимость обучения и развития управленческих навыков у руководителей среднего звена, актуальность обратной связи внутри предприятия, изучение передового российского и международного опыта с внедрением лучших практик на предприятиях города. Так же, как должен уметь работать с людьми и процессами младший руководитель, точно так же должен уметь работать с людьми и процессами высший руководитель. Основная задача, на самом деле, дать предпринимателям, дать менеджерам возможность организовывать процесс по технологии. Владимир Зима уже не первый раз выступает перед руководителями сочинских предприятий. Многие слушатели уже внедрили его рекомендации в работу своих компаний и с удовольствием приходят на встречи за новой порцией полезной информации. Приехал семинар, и 60% персонала просто уволил. От Владимира привозил вот прям конкретные инструменты, которые завтра начинаешь как бы, а давай попробуй вот это, а давай попробуй вот это. Сегодняшний мастер-класс – лишь очередной этап в обучении сочинских руководителей. На октябрь запланирован семинар «Управление исполнением», на который организаторы готовы пригласить еще более широкий круг руководителей. Ольга Десятова, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И основа.